Всем привет! Вы на канале Метров, и с вами его автор Тимофей. И, ну и, во-первых, вы теперь знаете, как я выгляжу. Во-вторых, вы сзади можете видеть 81-765 Москва. А нахожусь я сегодня около электродепо Свиборга. И буду сегодня прогуливаться мимо вот этих вот окон и показывать вам те поезда, которые здесь есть. И, собственно, вот этот вот поезд вы уже видели. 765-я, обыкновенная, Москва. Коих в Свиборга очень много. Это вот оригинальный 765. Я так понимаю, что без индексов, да? Да, вот еще один такой же поезд. А вот уже чуть дальше мы проходим и можем видеть другой поезд. Именно АКУ 81-760, да? Да, получается, от них уже поездов не так много. Он здесь включенный, вон там даже свет есть. Так что, возможно, он либо недавно поехал с линии, либо скоро на нее поедет. Дальше опять 765. И далее вот еще есть тоже очень интересный, даже с открытыми дверями, экспонат. Это у нас АК-баклажан 760А. Который изначально предполагался для метрополитена Баку, но потом в итоге контракт не получился, и поэтому оставили эти поезда в Москве. Сейчас вот они на Калужско-Рижской линии эксплуатируются и потому находятся в этом депо. Да, что тут дальше? Вот мы просто можем видеть пустой путь. Дальше опять 765. Тут их много. Это как бы можно увидеть. Москва, Москва, Москва. Еще Москва. И вот здесь вот опять АК. Вообще здесь всего существует официально, который эксплуатируется на Калужско-Рижской линии, приписано к Свиборга, это как раз только АК и Москва всевозможная. Поэтому вот можем видеть еще одну Москву на 13 маршруте. Москву, АКУ. Москва, кстати, у нас здесь, смотрю, выключена. Я помню, ни одной еще включенной Москвы не встретил. Вот, 15-й уже путь. Видео небольшое, спонтанное. О, а там что? Плохо видно, но, в общем, там вон, как я вижу, вдалеке номерные стоят. Да-да-да, я, кстати, по-моему, знаю, что это за вагоны. Вот тут даже две гафы всего. Да, может, чуть поближе. Смотреть. Вот, там вот видны номерные. Проходим к выключенной Москве. Далее видим выключенную АКУ. Да? Да. Так, и осталось еще здесь... А я вижу номерной. А я вижу номерной, брендированный номер. Вот, Ховейна. Это, видимо, оттуда пригнали сюда на хранение. А вот. Жаль, конечно, что отсвечивает. Видно не очень хорошо, в жизни это видно лучше. Но все-таки, как бы, некоторый интерес. И некоторые... смысл это видео имеет. Так что вот у нас здесь два номера. И, в общем, это уже заключающие поезда, стоящие здесь. Скорее всего, это когда закрыли участок вот за Москворецкой линии, тогда их сюда и пригнали. Да, это фу, брендированные, так вижу. А, или не фу. Я что-то не вижу, там последний вагон. В общем, вот такой вот составчик. Вот такой вот получился небольшой спонтанный ролик, но, в принципе, некоторое количество интересностей мы увидели. И вот с вами прощается вот этот прекрасный номерной и я. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.